Также имеются продажи, водительские годные очки. Новые поступления. Там сушки закрыты. Нету на это. Нет, закрыла. Ну, по идее, конечно, ненормально, но там срок годности, да, срок условия хранения неправильный. Но с другой стороны, если судя по цене, то я думаю, что если дорогое лекарство, ну не каждый может себе позволить, а там оно как-то более-менее дешевле. Только с этой позиции нормально. Ну а так, в общем-то, ну, конечно, ненормально. Большинство случаев в аптеке, конечно.